Если вам знакома ситуация, когда после стирки воняют вещи или белье пахнет затхлостью, попробуйте этот способ. Это сыпучая смесь, которую можно смешать из подручных ингредиентов за 2 минуты и добавлять ее во время стирки. Ингредиенты в составе помогут сохранить цвет вещей, избавиться от неприятного запаха, и вещи лучше выстираются. А самое главное, уйдут пятна. А вещи будут хорошо пахнуть свежестью. Отмерьте 100 грамм соды и 100 грамм соли. Добавьте 20 капель эфирного масла. У меня апельсиновое. Вы можете добавлять любое другое свое любимое эфирное масло. Если у вас жесткая вода, сода смягчит ее и поможет справиться с неприятным запахом на вещах. Хорошо перемешайте сыпучую смесь, а соль улучшит качество стирки. Пересыпаю смесь в сухую банку с крышкой для дальнейшего ее хранения. Освежитель для белья готов. И сейчас я покажу, как его можно использовать для стирки. Загружаю вещи в барабан. Заливаю жидкий гель для стирки и добавляю 2 чайные ложки сухой смеси в барабан. В лоток вместо кондиционера добавляю уксус. Выбираю подходящий режим и запускаю стирку. Сода и соль на внутренней части машинки влияют положительно, очищает, убирает неприятные запахи и ничего не портит. Машинка постирала, вещи пахнут свежестью, никакого запаха плесени и затхлости нет, что и требовалось. Присутствует легкий аромат уксуса, но он быстро выветривается во время сушки. Делитесь способом с друзьями и до новых встреч!